Распевка – обязательный элемент любого занятия по вокалу. Михаил Демидов учится петь у педагога высшей категории, руководителя вокального объединения «Звездопад» Светланы Аверкиной. О своем наставнике юноша снял ролик для конкурса «Слава Созидателя». Жюри старания Миши оценило по достоинству, присудив ему первое место. Мои занятия проходят очень хорошо. Я могу уже брать некоторые высокие ноты. Но не всегда, но очень пытаюсь. Моя самая любимая песня – это «Маленький трубач». Почему? Я выучила ее, и не знаю, почему-то она в сердце попала. Каждый год юные саровчане пробуют свои силы в традиционном конкурсе «Слава Созидателя». В этот раз было две номинации. В номинации «Учусь у Созидателя» участники снимали видео, где герой рассказывал о важности своей профессии и делился опытом. История в картинках – номинация, в которой школьники смогли примерить на себя образ своего Созидателя. Для этого ребятам необходимо было найти архивную фотографию героя и попытаться повторить ее с максимальным сходством. Я делала копию фотографии моей прабабушки Демкина Екатерины Ивановны. На фотографии ей всего было 20 лет. И с 18 лет она работала на добыче торфа. Это очень изнуряющая и трудная работа. И как раз в годы Великой Отечественной войны это было очень важно, потому что именно торф использовали для заводов, как бы был основным энергоносителем. И как бы однажды на это торфодобывающее предприятие к бабушке приехал фотограф. И на заработную плату она купила себе новые блестящие галоши, которые изображены на фотографии, и смогла шить себе платье из крепдышина. Участников и призеров конкурса наградили дипломами и вручили памятные подарки. Работы всех победителей и призеров из Сарова отправлены на федеральный этап конкурса «Слава Созидателя». Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.